Это рассказ о двух маленьких девочках – Альме, родившейся в городе, и Марии, живущей в селе. Мария хотела стать парикмахером. Альма хотела выйти замуж за хорошего парня. Прошли годы, девочки выросли, однако у них не было ни работы, ни денег. Что же станет с их надеждами и мечтами? Однажды все родное село Марии пришло в волнение. Это приехал ее двоюродный брат из-за границы. Он всем привез красивые подарки. «Работать за границей так хорошо», — сказал он ей. «Почему бы тебе не поехать с нами, со мной и моей женой? Я найду тебе хорошую работу, и ты сможешь стать парикмахером. Верь мне». Мария была так счастлива, и она согласилась поехать за границу со своим двоюродным братом. Тем временем Альма встретила очаровательного молодого человека. Вместе они хорошо проводили время, к тому же он оказался таким хорошим танцором, и Альма влюбилась. «Работать за границей так хорошо», — сказал ей друг. «Почему бы тебе не поехать со мной? Я найду для тебя хорошую работу. Мы заработаем много денег, а когда вернемся, сыграем большую свадьбу. Твои родители будут в восторге. Верь мне». И Альма согласилась поехать с ним за границу. Она была так счастлива. Наконец-то ее мечта сбудется. Альма даже не могла себе представить, что друг продаст ее сутенеру. Мария даже не могла подумать, что ее двоюродный брат продаст ее в публичный дом. Они не могли себе представить, что их заставят заниматься проституцией. Они мечтали о лучшей жизни. А сейчас Мария стала проституткой. Альме же удалось бежать, но, возможно, она никогда больше не увидит свою семью. Это реальная история.